Полицейские, казаки, сотрудники городской администрации проверяют одну из строек в Анапском сельском округе. По оперативной информации, здесь работают иностранцы. После проверки выяснилось, что у двоих есть все необходимые документы. Одному грозит штраф в размере 3000 рублей за отсутствие регистрации. Рейды проводятся в еженедельном режиме в рамках работы межведомственной группы, которая действует по поручению губернатора Краснодарского края. Отрабатывается территория граждан строительных кооперативов, садоводческих товариществ, также торговых комплексов, именно выявляем факты нелегального пребывания иностранных граждан на территории муниципального образования. А здесь строят коттеджи. Рядом стандартный вагончик для строителей. Тут живут Нуридин Гафуров и его брат. Они из Узбекистана. Приезжают на заработки в Анапу уже третий год подряд, на несколько месяцев. У них есть регистрация, патент на работу, потому что дома семья и рисковать себе дороже. Ну что делать? Надо работать, чтобы мне это самое, следующий год еще надо приехать. Семью кормлю. Да? 4 ребенка и 3 внука. Такую ситуацию специалисты считают практически идеальной и уже давно не редкой. Всем добропорядочным иностранцам, работающим в Анапе, они рекомендуют держать при себе необходимые документы, потому что проверки будут постоянными. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа регион.